Всем привет и хорошего дня. Хочу сделать небольшое информативное видео для вас, подписчиков. А именно на тему, почему я фиксирую вертикально, а не горизонтально. Дело в том, что очень большое количество подписчиков и ТикТока, и Ютуба просят меня, чтобы я производил видеофиксацию горизонтально. Что я могу сказать по этому поводу? Я многим уже отвечал на их вопросы, почему я не фиксирую горизонтально, а именно произвожу видеофиксацию вертикально. Но решил сделать видео по этому поводу. Дело в том, что у меня нет никаких профессиональных камер и всяких там гаджетов для этого. Я произвожу видеофиксацию на камеру мобильного телефона. Чтобы производить видеофиксацию горизонтально на телефоне, требуется селфи-ручка. Она стоит денег, небольших, но она стоит денег. Я как-то не заморачивал себе голову по этому поводу. Да и с другой стороны, я могу и снимать и на телефон без ручки горизонтально, но это очень сильно неудобно, потому что рука очень быстро устает так держать телефон. Да и другая причина, что если какой-то из нарушителей все-таки захочет выбить телефон из рук, то когда телефон находится в горизонтальном положении в ладони, его быстрее выбить из руки. Поэтому я его держу вертикально. Его намного сложнее выбить из руки. Сейчас повторюсь, я не против производить видеофиксацию горизонтально. Но для этого нужна либо камера, либо селфи-ручка. У меня этого нету. Может быть, у кого-то из подписчиков и лежит дома что-то наподобие этого. И они этим не пользуются. Я буду рад любой помощи, если мне помогут в этом плане, чтобы видеоматериал выходил уже более объемным. Потому что вертикальная видеофиксация, они фиксируют именно всю полноту масштаба картины, а только центральную часть. И это очень плохо, я это тоже понимаю прекрасно, но опять-таки объясняю, чтобы производилась видеофиксация горизонтально, нужно оборудование для этого. У меня их нету. Может, у кого-то дома есть, или кто-то соизволит купить и передать мне, я буду рад любой помощи. Также многие мне пишут, почему я до сих пор не сделал Patreon, почему я не указываю номер карты, мы бы тебе помогали финансово. Я тоже как-то насчет этого не заморачивался. Мне и ранее писали такие вопросы и пожелания, но в прошлом году я начал указывать номер карты, но, увы, пожелания остались только словами. За фактически 4 года моей деятельности, уже 3,5 года я этой деятельностью занимаюсь, только один человек мне помог финансово, перевел мне на кредитку 150 лей. Все. Остальные люди, которые изъявляли желание дать нам номер карты, или что-то вроде этого, мы будем тебе помогать, остались всего лишь словами. Я этой деятельностью занимаюсь не ради спонсорства и всего подобного. Да, я понимаю, было бы хорошо, когда была бы камера нормальная там, чтобы была качественная видеофиксация. Но в данном случае для этого нужны средства. Я свою зарплату трачу на семью и на личные потребности. Вот такие вот дела. Если есть желающие помочь как-то, буду рад любой помощи. Ниже к описанию видео я укажу номер кредитной карты Moldova Agroimbank. Moldova Agroimbank. Это карточка молдавского банка. Это для подписчиков не из Молдовы. Вот такие вот дела. Ну а также укажу номер мобильной связи, по которой со мной будет можно связаться. Вот такие вот дела. Надеюсь на ваш отклик. Даже если ничего такого подобного не появится у меня, я не буду прекращать заниматься данной деятельностью, потому что я это делаю не ради спонсорства, ради пиара, ну и всего остального. На этом я заканчиваю небольшое видео. Всем пока и до новых встреч. С вами был Николай.